собрались. Мы, в принципе, друг друга видим. Мы, скорее всего, даже друг друга не постреляем. Сзади мы ставим людей с электрическими хлыстами, которые отстающих пиздят. Говорит, парень, пройди, пожалуйста, вот под то дерево. Молодец. А ты вот под то пошел, блядь, быстрее, потому что атака идет. Хорошо, возможно, займем первую линию обороны. Дальше, ограничение боекомплекта нас не особо расстраивает. Нам, наоборот, хорошо. Мы на дороге потеряем треть, в лучшем случае. Мы потеряем весь этот флот. По-любому. У них зайдет там вот птич с дамой. Они зайдут и сядут, скажут, мы захватили точку. Для нас это ты можешь зайти на шарлотку. Я думаю, что при штурме мы просто не расстреляем весь БК. Нас половина убьют, но у нас будут люди меняться магазинами, носками, трусами. Там можно чем-нибудь устроить. Короче, идем на базу. Идем на базу. Просто всей шоу будет ОМО. Пор не Ахиллес и командир. Это общий спор. Нет, смотрите, либо другое предложение. Мы все идем на базу. Вот только все. Я готов идти на дуру. Там, ну, во-первых, на дуру мы, наверное, скорее всего, захватим базу, я честно думаю. Скорее всего, дору мы возьмем. А базу мы можем. Мы можем по-быстрому заключить дору и пойти на базу. А это у нас будет дополнительный укреп район, и уже дору мы можем спокойно ходить на базу. Да, тут горы очень херово ходить на базу. Дору очень херово. Там на базу можно отсюда зайти. Зато это победа, которая поднимет наш боевой дух и оставит хорошее впечатление. Ну а база это до конца просто вот игра. Так она бы база занесла. Слушай, ну если лучше. Там это вообще так приехали шарики покидать по полигону. Парни, пошли все на дорогу. Ну мы ее хотя бы сметем. Кстати, тоже как-то. Да, можно. Идем на дорогу. Идем на дорогу. Да? Просто поймите, я против отделения, честно, толпа сколько? 10-15 минут. А там, ну вот, 9.